Готово? Всем привет! Всем привет! Всем привет! О, все, наша машина приехала. Так, скоро будет включение. Я уже приехала в студию, где у меня будет проходить фотосессия. Вот, сейчас пойду. Окей, в общем, это не в студии, а в магазин за водичкой, потому что я хочу пить. И тем более у меня еще 20 минут до фотосессии. Мама, кстати, поехала к бабушке, а я вот иду. Я уже приехала к бабушке. Так, нажимаем кнопочки. Оп, поднимаемся. Ребята, Фаинка приехала. Мы сейчас у бабушки. Посмотрите, какая красота. Ты-то не верти головой. Обалдеть. Слушай, я думала, что на твои волосы такая прическа не получится. Он просто умеет делать. Да. Вообще, красотулька моя. Прикольно, да? Скажите, я бы так, наверное, не смогла заплести. Красиво. Фаинка у меня очень просила на 1 сентября такую прическу. Ну, мама не смогла. Мне даже тетя не такие полоски пила, другие. Вообще обалдеть. Она посмотрит, она поймет, Оля. Класс. Класс, просто обалдеть. Сзади, ты не видишь, как сзади красиво, они просто такие обалденные. На память останется. Ну, маши, всем привет. Чё не машешь-то? Тюся лежит в телефоне. Ой, все понятно. Ну, ты довольна фотосессией? Смотрите, наш маленький гений. Вочка! Вочка, ты мультики смотришь? Вочик! Ты же отзываешься, сладкий мой. Эй, карапуз. Ой, упал. Не упал. Бабушка с тобой играет. Тихонько. Ты с бабушкой играешь, да, Вовик? Да. Сколько нужно почтальонов, чтобы доставить радио? Сейчас узнаем. Мы уже в автобусе. Едем домой. Бабка спит. Держи Маргаритку. Короче, мы домой. В общем, у нас уже 7 часов. Мы пошли с подругой бегать. Пошли бегать, хватит жрать. Бегать надо. Все, пошли бегать. О, вспышечка. Мы, короче, сейчас побежим. У нас уже темно. Мы побежим. Кроссовочки. Я уже дома, мы пробежали с моей подругой Томой 6 кругов, получается. Я устала. Ребята, Вовка пытается сам слезть с кровати. Вовка, аккуратно. Ритуля, погоди, зай. Ритуленька, подожди, доченька, аккуратно. Рита, не держи, пусть он попробует слезть. Ритуся, отпусти его, котенок. Он будет падать. Нет, он не упадет, доченька, он держится. Ой, молодец. Вы видели? Молодец, Ритуська. Всем привет. Это наш целая куча, целая куча. Что у тебя целая куча? Не знаю. Файка, ты что делаешь? Файка пытается метром измерить свой рост. Фаина! Смотрите на этот прикол. Ну, сколько? Хоть кремешка измеряй. Еще выше. Голову-то выпрями. Ну, я же говорю, 1.50 м. 58. Ну, я нет. Я лучше знаю, 58. Нет. 58. Короче, как вы поняли, мы уже дома. Фаинка побегала. Смотри. Ритулька играет. Вовчик тоже играет. А я хочу передавать вам приветиков. Смотри. Что, у тебя там коробочка? Нет. Я даже 1.59 м. Во, вредумщица. Кстати говоря... Хочу поздравить с днем рождения Алину Абрамову с канала Батя и Алиночка. Алиночка, с днем варенья. Поздравляю Алину с днем варенья. Скажи, с днем рождения. С днем рождения. Какая ты зайка. Молодец. С днем варенья.
Чего, зай? Иди сюда. Иду. Вовка, ты куда ползешь? Вовка, ты куда ползешь? Смотрите, он уже сам передвигается. Кто это у тебя? Мишка. Мишка? Молодец. Ну все, я, наверное, продолжу. Только руку мою не тряси. Ритуся, нельзя трясти руку, когда мама снимает. Так, еще приветики Анечке Горкуша, Алине, ой, моя любимая Алиночке, вернее, не Алиночке, я очень люблю ее фамилию, Алине Дима Дуньо. О, такая красивая, крутая. Так, значит, Настеньке Шехиной. Бочка, ты уже ко мне идешь, солнышко? Смотри, смотри. Варя, иди назад вот туда в домик играть, тебя будет видно. К домику подходи, к домику подходи, смотри, вот и ты уже, тебя видно. Вот, смотри, видишь, тебя видно. Так вот, я же тебя вижу. Нет. Помаши ручкой. Всем привет. Так, Варе Бусил. Между прочим, Фаинка, Варя тебе передала, чтобы ты хорошо училась. Вот, я Варенька. Фаинка будет... Фай, ты будешь стараться? Не тряси мне руку. Я очень люблю тебя. Фаина будет стараться. Я тебя очень люблю, Ритуленька. Так, Ксюша Плей, мисс София. Так, и с прошедшим днем рождения мы поздравляем Софию Щегловой. Софии исполнилось 11 лет. Вот, София, мы тебя тоже очень поздравляем с днем варенья. Напишите, что-нибудь подарили прикольненькое? Что-нибудь такое классненькое? Че, не будешь учиться, да? Это приколы за кадром. Ребята, посмотрите, какая вкусняшка у меня получилась. Это шарлоточка. Сейчас будем. Нет, сейчас не будем трескать. Рита, она горячая очень. Ай, красотища. Завтра уже будем трескать. Ты что, как горячо убери? Так нагрелась. Знаешь, как я эту штуку чуть не назвала? Я посыпала. Что ты сделала? Я посыпала. Молодец, посыпала. Все, ребята, короче, будем прощаться. Кто хочет приветики, пишите. Мы всех очень любим. Вы наши любимые. Я хочу написать. Всем пока-пока. Пока-пока. Мы будем ложиться спать, уже поздно.